В международном образовательном форуме принимают участие представители Ассоциации выпускников белорусских, российских и советских вузов, работники науки и культуры. Организаторами выступили Министерство образования Беларуси, Республиканский институт высшей школы, Международная всемирная ассоциация выпускников высших учебных заведений. Форум стал площадкой для установления деловых контактов для дальнейшего сотрудничества стран в сфере образования. В его программе посещение исторических и знаковых мест. Естественно, что участники форума не могли не посетить легендарную Брестскую крепость. Они возложили венки к вечному огню и почтили память защитников цитадели.